меня не знает, я подойду, начну здороваться, он скажет, кто такой вообще. Вот. Поэтому теперь понятно, что здороваться можно. Теперь будем здороваться и обниматься. Больше того, обняться и вести все с тобой организм. И вдохновение входить быть как дома. Я, опять-таки, пользуясь тем, что я выступаю первый, я начну с детских стихов мастера, потому что остальные, я думаю, будут читать взрослые стихи. Я тоже очень люблю взрослые стихи, но я подумал, кроме меня, наверное, никто их читать не будет, детские. Я хочу прочесть парочку стихотворений Вячеслава Лекина. Первое называется «В последний раз». Жизнь пригнула, словно гнома, кроме школы никуда. Все, пора бежать из дома, и сбегу, и навсегда, потому что невозможно от зари и до зари слушать тихо, осторожно, не дури, не рви, не ври. Так и жду везде подвоха. Запретят любой пустяк. Что не сделал, стону плохо. Шаг шагнул, кричат не так. И к учебе непригоден, и в семье со мной беда. Все, отмучился, свободен. Ухожу и навсегда. Черный флаг на белой мачте, альбатрос мой верный друг, маяки в ночи маячьте, освещайте путь на юг. Потемнеет день в окошке, мама, вглядываясь вдаль, скажет: скучно жить без Лёшки. И сестра добавит: жаль. Вспомнит мама, бил баклуши, стекла бил, девчонок бил. Все равно самый лучший. А сестра добавит: был. Нам бы с ним помягче надо. Поздно, Лёшку не вернешь. И заплачут. Вот досада, для меня их слезы нож. Спущен флаг на белой мачте, на корме огонь погас. Ладно, женщины, не плачьте, остаюсь в последний раз. И еще одно замечательное стихотворение, которое тоже очень, очень подходит к сегодняшней теме. Не знаю, какой. Не опасны ни пуля, ни плаха тем, кто вырос на музыке Баха. Не закончит свой век на осине почитатель таланта Россини. Даже самая вредная злюка подобреет от музыки глюка. Никому не отвесишь ты пенделя, если с детства наслушался Генделя. Но когда я шагаю со скрипкой, кто всерьез, кто с улыбкой липкой восклицает: «Привет, Паганини, поиграй на своей пианине! Пилишь, корешь, скрипишь, бедолага!» Я согласен, что музыка — благо, что не сможет наделать вреда остряка туповатая речь. Но как хочется мне иногда из футляра не скрипку извлечь, а достать, как бы так, между делом, настоящий серьезный наган и спросить его, ставшего белым: ну так что тебе нужно, кабан?